Всем привет, друзья! Сегодня на очереди у меня вот такой вот телефон. Это HTC One M8S, по-моему, если не ошибаюсь. Смотрите, какая красивая гравировка на задней крышке. На смартфоне следующая проблема. При попытке включения телефон не включается, а заходит в recovery меню. При том, что любой комбинации кнопок, мы все равно попадаем сюда же. И из этого меню никак не удастся выйти, так как на смартфоне слетела прошивка. Скорее всего, при попытке жесткого сброса, опять-таки, через это же меню. Я попробовал все разделы этого меню, и при любом раскладе мы попадаем на главный экран. Как же прошить телефон в таком случае? Все на самом деле очень просто. Нам потребуется флеш-карта памяти размером минимум 4 гигабайта и карт-ридер. Карт-ридер нужен лишь для того, чтобы отформатировать карту памяти в формат FAT32 или XFAT. Вот у меня нашлась флеха только на 16 гигабайт. Единственный момент, должно быть несколько условий прошивки. Это стоковое recovery и закрытый загрузчик. Далее скачиваем прошивку. Ссылку на прошивку я оставлю в описании под видео. И далее закидываем прошивку на флешку и переименовываем вот с таким вот названием. Скорее всего, скачанная вами прошивка уже будет с нужным названием файла. Вставляем флешку в телефон. В меню Recovery выбираем вот этот самый первый пункт, HBOOT, и жмем кнопку включения. У нас пошел процесс проверки файла прошивки, ждем его окончания. Далее кнопкой громкость вверх подтверждаем процесс прошивки, либо же кнопкой громкость вниз отказываемся от нее. Начался процесс распаковки и подготовки файлов прошивки. Сама прошивка займет 15-20 минут. Ближе к концу прошивки у вас могут возникнуть ощущения, что прошивка идет по кругу, но не пугайтесь, это так и должно быть. Если до этого момента у вас не выскочила никакая ошибка, значит вы все делаете правильно. Завершением прошивки будет подтверждение.